11 февраля 2019 года через социальные сети я, председатель Актауского городского суда Мангистауской области Кенжалиев Майлик Сабитович, обратился к жителям города Актау и международным организациям, ООН, депутатам Европарламента, представителям стран Европейского Союза, США и Канады за правовой защитой. Поводом послужило мое неправильное понимание ситуации вокруг оправдательного приговора по делу Айгуль Акберди. Я посчитал, что есть реальная угроза в отношении меня и моих коллег. Данное ложное мнение сформировалось у меня в результате разговоров с отдельными правозащитниками. Они активно присутствовали на суде по делу Айгуль Акберди. Много писали о нем в социальных сетях. Вместе с тем, сегодня я разобрал ситуацию и понял, что никакой угрозы нам нет. Кроме того, я вижу, какие реформы проводятся в судебной системе под руководством главы государства. Реально укрепляется независимость судей и создаются условия для их работы по отправлению правосудия. Я являюсь патриотом своей страны и судебной системы. Верю в прогрессивность реформ и считаю, что они сделают наши суды более эффективными, прозрачными, доступными в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Все это делается для граждан нашей страны. Я официально заявляю, что ни в какой правовой защите от международных организаций или государств не нуждаюсь. Прошу не использовать мое имя для всевозможных политических инсинуаций лицами как внутри страны, так и за рубежом. Спасибо.